Аланья, шагнувшая уже на четвертое место, принимала в 30-м туре ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик». Хозяева бодро начали поединок, хотя опасных моментов было больше у ворот владикавказцев. Однако первый мяч в этой встрече побывал в воротах гостей. Вторую подряд домашнюю игру красно-желтые открыли счет на 30-й минуте. Ислам Машуков вошел в штрафную и из не совсем удобной позиции пробил в притирку со штангой. Отбить такой удар голкипер Вячеслав Исупов был не в силах. Зато следующую угрозу от нападающего Алании страшно. Ворот команды из Татарстана уверенно отвел, что во многом и позволило гостям увести ничью из Владикавказа. Данил Кленкин подал в штрафную, где нападающий Мераби Уридия принял мяч и в касание неожиданно пробил в ближний угол. Матч первого круга также не выявил победителя. Тогда команды сыграли 0-0. Ничья позволила подопечным дисквалифицированного Спартака Гогнева даже укрепить свои позиции ввиду осечки столичного Торпеда. Следующим соперником Алании стал столичный Спартак-2, занимавший 15 место в табеле о рангах лиги. Вторая команда красно-белых была усилена основными игроками. Место ворота занял основной голкипер Спартака в чемпионском сезоне Александр Селихов. Авторами забитых мячей стали игроки, выходившие и в старте москвичей. На 20-й минуте Михаил Игнатов, получив передачу с фланга, играючи расправился с игроками обороны владикавказцев и оставил неудел Ростислава Солдатенко. А второй мяч за 4 минуты до перерыва провел дорогостоящий бразилец Педро Роша, вернувшийся в Россию после аренд в бразильский чемпионат. Но подопечные Спартака Гогнева вновь проявили бойцовский характер. Сначала на 48-й минуте Бута Магомедов ювелирно пробил после передачи Алана Хабалова, а на 60-й давненько не забивавший Батрас Гурциев, выйдя со скамейки запасных, ударом рыбкой замкнул навесную подачу с левого фланга. На 74-й минуте во второй подряд встречи был удален с поля капитан команды Азамат Засеев. Он появился на поле после перерыва и получил две желтые карточки буквально за минуту. Но даже в меньшинстве красно-желтые повели в счете. Подачу со штрафного головой замкнул Давид Шавлохов. Но удержать владикавказцам победу все же не удалось. Защитник хозяев Артем Воропаев после проникающего паса оказался один перед воротами Солдатенко и хладнокровно реализовал момент. Ничья 3-3, позволившая Алании сохранить четвертую позицию. В следующем туре владикавказцы отправятся в гости к текстильщику. Давид Мамедов, 15-й регион.